У Гомеля стартовал 16-й международный конкурс «Музыка надеи». Он проходит у колледжа мастерства имя Соколовского. Творчая споборництва собрала больше, как 100 юных музыкантов с Беларуси, России и Украины. Журы вызначит лепших выканавцев на духовых и ударных инструментах. Галовные меты конкурсу – выявление и подтримка талановитых навученцев и умацывание творчих сувязей. У дни конкурсу так само запланованы концерты, майстер-классы и экскурсии по городе. Первый конкурс «Музыка надеи» прошел у 1996 году с метой подтримки юных дарований у районах, потерпелых от аварий на ЧАЭС. С часом он набыл больше широкий масштаб. Довольно компетентный жюри, профессора, известные из Белоруссии, Академии музыки, Белорусской государственной академии музыки, профессора с Польши, с Украины, с России. Так что жюри очень компетентны. И я думаю, и фаворитов, и не только мы определим. Очень рад тому, что и Беларусь, и Гомельская область все делают для того, чтобы удержать этот конкурс, чтобы он состоялся ежегодно. Это бренд. Конкурс завершится 7 снежня. Переможцев означат дипломами и премиями. А лепшее выступление складут в программу заключного концерта.